В Туркестанской области идет прием документов по программе «Серпын» в рамках программы для выпускников сел. На 2023-2024 учебные годы выделено 3653 гранта. В программе могут принять участие выпускники Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областей. В целом, количество грантов регионам точно не установлено. При этом планируется, что по республике в этом году 30% выделенного гранта смогут получить туркестанские абитуриенты, то есть 1400 выпускников. С 13 июля представители 18 университетов по программе «Серпын» провели разъяснительную работу в Туркестанском молодежном ресурсном центре и МКТУ имени Хаджиахмеда Ясави, учебном заведении имени Мухтара Уэзова и Сарагашском районном доме культуры. Прием документов на государственный грант в рамках программы продлится до 22 июля. Общие гранты распределяются между университетами, расположенными в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях. Гранты охватывают области технических наук, сельского хозяйства, медицины. В этом году с 1 сентября стипендию планируется увеличить до 20% для студентов бакалавриата и 15% для студентов магистратуры.